Тема избитая, но тоже расскажу, как полировать лак, как заполировать потеки. Вот такая у меня, такой косяк. Ну, другие люди берут тысячную, ой, ты 1500 шкурку, замачивает их 15 минут. Вот, и зашкуривает вот именно эти потеки. Кто-то подшпаклевывает, чтобы не задеть рядом слой лака ровненький, чтобы сошкурить только потеки. Ну, я буду аккуратненько зашкуривать тысячный, чтобы побыстрее. Конечно, можно наделать косяков, вот как на бампере. Я тут тоже затирал потек и зашкурил до грунта тысячный. Так что вот такие могут быть. Так это происходит, короче. Аккуратненько зашкуриваем тысячный. Зашкуривается быстро, но опасно. Основные потеки по лаку. Здесь. Здесь еще. Как показывает практика, лучше брать пробку ровненькую. И затер 2000. Потеки уже почти не видно. Везде тут, в этих тоже местах прошелся 2000. И сейчас буду полировать. Вот я заполировал участки зашкуренные. Все крыло заполировал. И так вот все оно горит. Протер полироль.